Психоаналитик. Жена – это преграда на пути к твоему внутреннему спокойствию и счастью. Разводись. И священник. Тебе надо сохранить семью. Любыми способами сохранить семью. Ты должен сходить к отцу Сергию. Чьи советы окажутся ценнее? Главное – это семья. Муж, жена, ребенок. Только иное, что страдай, рожай, страдай, рожай. Ну еще терпи. Отец Сергий, я беременна. Вот. Может, клубники? Мороженое. Кто из них одержит победу? Это конец. Это только начало. Извечный спор науки и религии. Вот такая вот метаморфозина у нас с вами получается. Пациенты.